Шалом, привет, народ, с вами снова Женя из Израиля. И сегодня я хотел бы вам рассказать, как должен себя вести бариатрик, который хочет соблюдать пост. Значит, все, что я скажу в этом видео, это информация, которую я достал из открытых источников израильской медицинской системы в нескольких больничных кассах и в нескольких больницах и в Министерстве здравоохранения Израиля. Информация открытая, можете ее отыскать. Я знаю, что во многих странах эта тема не очень развита и нет информации по этому поводу. Значит, что говорит медицина? Вообще, для чего это видео? Очень много людей, которые меня смотрят, они также религиозные люди. Я не говорю только про иудеев, а также христиане, мусульмане и не только. Я, кстати, рад и всем конфессиям, кто меня смотрит, нет никаких проблем. Я за мир, я за добро. Значит, что говорят израильские медики на эту тему? Все, в принципе, очень просто. Нежелательно поститься в первые полтора года, то бишь в 18 месяцев, до 18 месяцев после операции. К чему это может привести? Это может привести к тому, что ваш организм может осушиться, интоксикация, рвота, головные боли. Вообще нам не кушать нельзя. Каждые 3 часа мы должны что-то взять в рот, что-то поесть. Поэтому, если вы хотите держать пост, пожалуйста, делайте это через 18 месяцев после операции. Это то, что говорит медицина. Я понимаю, что многие сейчас скажут, вот, туда-сюда, я вот хочу пробовать. Это нежелательно, это не критично, но это нежелательно. Израильская медицина этого делать не советует. Естественно, выбор за вами, естественно, да, но я тоже вам бы не советовал держать пост в первые полтора года после вашей операции. И вообще, хотите держать пост? Обратитесь к вашему врачу, к лечащему врачу, пусть он вам даст советы. Что, как и почему, если вы бариатрик. Поэтому, еще раз, каждый решает по-своему. Допустим, у иудеев можно пойти к раввину и спросить, нужно или не нужно. И, как правило, раввин говорит, запрещено, нельзя, не здорово, поэтому должны кушать. Естественно, как бы, если вы хотите хоть как-то поддерживаться поста, да, прям, ну, тогда не надо кушать много еды или то, чтобы вы в обычный день не ели, да. Это как бы мое мнение. Вот, в принципе, я ответ вам дал на этот вопрос. До новых встреч. Будут еще новые видео. Всего хорошего. Пока.